Здравствуйте, дорогие друзья, на канале дискуссионного клуба. С вами Аркадий Янковский, Валерий Соловей в программе «Кухня оппозиции». Валерий Дмитриевич, приветствую. Аркадий, здравствуй, здравствуйте все. Это у нас уже 13-й выпуск, и мы его оформили определенным образом. Посмотрите, как мы показываем наш мультфильм. Но это не дань только цифре 13, это как раз о том, что... Определенная периодичность, цикличность происходит в рядах оппозиции, в ее отношении с властью. Это будет первой темой нашего сегодняшнего эфира. А на второе, возможный сценарий досрочных президентских выборов и вообще, возможно ли досрочные президентские выборы, кто там участники, какие шансы оппозиции и все прочее. И на третье, тема, которую я предложил Валерию, еще сомневаюсь, стоит ли ее привязывать к нашей программе, потому что она посвящена оппозиции, это контакты Аркадия Ротенберга на Западе. И Валерий меня заверил, что там есть непосредственная связь с оппозицией, очень интересно, это определенная вот будет интрига. То есть третье блюдо может быть сегодня самое интересное. И еще я хочу сказать по поводу мультфильма. Некоторые наши зрители предлагают его заменить, убрать Явлинского, он уже не оппозиционер, сделать новый мультфильм. Я скажу следующее. Дорогие друзья, мы совершенствуем нашу программу, мы улучшаем ее качество, мы тренируемся, мы анализируем, и мы готовы, конечно, продвигаться дальше. Но тот же самый мультфильм, например, при щадящих расценках Новосибирска, это 1000 рублей за каждую секунду. Поэтому, дорогие друзья, помогайте нашему каналу, подписывайтесь на наш канал. Мы работаем для вас и для будущей свободной России. Аркадий Янковский, сделал канал ровно такой, как нужен нашей стране. Россия, она большая, а в силу особенностей ее организации слышно и видно только Москву, да и то не всю, а центр Москвы, внутри Садового кольца. Аркадий связывает людей, живущих в разных местах нашей страны, и он делает нашу страну единой. Ну а после рекламы мы переходим к опросу на улицах Новосибирска, который традиционно провел Тимур Хан. Я буду проводить опрос относительно того, желают ли россияне, жители Новосибирска, чтобы была оппозиция, если да, то какая? Здравствуйте, меня Тимур зовут, я опрос провожу. Как вы считаете, нужна ли в России оппозиция? Какая бы вы хотели видеть оппозицию? Вы смеетесь? Почему? Какая оппозиция в России нужна? Вот вы бы, вас бы какая оппозиция устроила? Настоящая. А что значит настоящая? Той, которой сейчас нет в России. А настоящая это какая? Это не только в комментариях, это и в жизни. Да ладно, все, сейчас это вырежут и все, поехало. Понятно, спасибо вам. Скажите, России нужна оппозиция? Да, конечно. Какая? Какая бы оппозиция вас устроила? Эффективная. Что значит эффективная? Ну, чтобы все хорошо у них было, справлялись, чтобы с задачами. А в чем задача оппозиции? А вот это уже вам надо ответить на этот вопрос. Спасибо. Какая бы оппозиция вас устроила? Ну, есть же черное и белое, но должна быть, значит, оппозиция в любом случае. Чем она должна заниматься? Зачем она нужна? Отстаивать свои интересы. Свои интересы оппозиции? А в чем они могут выражаться? Ну, разные. Ну, например, приведите, что вас бы устроило? Какая задача для вас важна для оппозиции? Извините, но не хочу на этот вопрос. Благодарю вас. Вас бы какая устроила оппозиция политическая? Какая? Реальная, настоящая. А вот настоящая оппозиция чем должна заниматься? Чем? Политикой должна заниматься, ну, пиаром. Для вас, вот, чтобы, какая задача оппозиции считаете важной? Ну как, собственно, создавать саму оппозицию. Реально находить грамотные, альтернативные решения для власти. Спасибо. Да, нет. Здравствуйте, можно вас спросить? Меня Тимур зовут, я опрос провожу. Как вы считаете, в России оппозиция нужна? Ой, неинтересно? Нет. Ясно. Как вы считаете, оппозиция в России нужна? Какая? Воздержались. Ясно, воздержались. Здравствуйте, можно вас спросить? Меня Тимур зовут, я опрос провожу. Ага. Оппозиция России нужна? Ну, конечно, всегда нужна оппозиция. Какая? Вот вас бы какая устроила оппозиция?
Любая. Любая? Да. А какая задача для оппозиции самая важная, вы считаете? Ну, чтобы власть не заелась и все. Чтобы не заедались? Да. В смысле, не воровали или... Ну, чтобы они чувствовали, что кто-то есть какая-то... Как, всегда же нужна... Как она называется? Скажите. Альтернатива? Конкуренция, да. Здоровая. И она всегда как бы... И рынок там, и все идет наверх. То есть вы... если нет конкуренции, тогда да, всегда же стоит. Спасибо. Здравствуйте, можно вас спросить? В России нужна оппозиция? Я думаю, что да, нужна. Вот какая задача для оппозиции для вас самая важная, вы считаете? Можно ли не буду? Понятно, пожалуйста. Никто не сказал, что оппозиция нам ни к чему. И более того, все говорят, что им есть чем заняться. А вы как думаете? Итак, самая начальная рубрика наших программ и очень популярны опросы на улицах Новосибирска сегодня выглядело, ну, как мне показалось, весьма оптимистично. Что, Валерий, ты скажешь по этому поводу? Аркадий, разделяю твой оптимизм. Я бы, правда, добавил умеренный оптимизм, потому что как раз вот эта первая часть программы вызывала не то, что нарекания к нам, а нарекания к обществу. Ты и я, мы читаем комменты, и люди ужасались, как же так, такой прогрессивный город, как Новосибирске, такие зачастую дремучие, консервативные, обскурантистские политические взгляды. Наверное, это зависит, кстати, я не исключаю, что это даже от сезона может зависеть. Вот погода улучшается. У нас сегодня прекрасная погода, после дождичка. Я встретил Тимура, гулял с Шерлоком, встретили его. Он шел такой радостный. Может быть, это вот такой день. Но так или иначе, мне понравилось. Но все-таки некоторый политический вывод напрашивается. А он состоит в следующем. У людей, ну, у тех, которые согласились ответить, естественно, хотя бы коротко, явно, что люди побаиваются отвечать, молодые меньше побаиваются, но и то есть опасения. У них есть понимание необходимости существования оппозиции. Есть, это первое. Второе. Не у всех, но у тех, кто пытался прояснить этот вопрос, есть понимание, для чего эта оппозиция необходима. Ну, условно, на ту и щука, чтобы карась не дремала, оппозиция нужна для оппонирования власти, для того, чтобы власть была более эффективной, если это перевести на наш язык. И третье, вот это мне показалось самым важным, Аркадий, что есть понимание необходимости оппозиции, но зачастую, скорее всего, люди не видят этой оппозиции, той, которую они хотели бы увидеть. То есть есть запрос на оппозицию. И вот в этом опросе, мне кажется, мы этот запрос увидели. То есть запрос, общественный запрос, я подчеркну. Причем это широкий общественный запрос сформулирован, но он пока еще далеко не в полной мере удовлетворен. Совершенно очевидно. Ну, а в целом, да, я бы сказал, что по сравнению с тем, что мы видели раньше, опросами, которые Тимур проводил раньше, это более или менее оптимистический взгляд. И в целом, мне кажется, очень здравый. Аркадий? Да, безусловно, это так. Люди чувствуют дефицит оппозиции. Может быть, из того, что им было предложено до сих пор, они не увидели ни лидеров, ни организаций, но они хотят этого, и это говорит о многом. Поэтому будем надеяться, что в том числе и наши все усилия приведут к тому, что все это созреет во что-то явное. По крайней мере, обстоятельства к этому подталкивают. Оппозиция, я уже перехожу к первому пункту нашего меню, она часто следует за обстоятельствами, и мы вот в последнее время наблюдаем такой спад. И я предложил Валерию, прочитав его книгу «Revolution», в частности, такую вот теоретическую, может быть, базу подвести, объяснить, вот что это мы наблюдаем сейчас. Это определенная цикличность в отношениях общества и власти, которая, ну, естественно, или это вот особые успехи последнего времени власти по подавлению оппозиции, или это что-то иное. Поэтому, Валерий, пожалуйста, вот теоретически, ну и конкретно практически, может быть, объяснение вот того, что мы сейчас наблюдаем, потому что многие разочарованы, есть апатия, есть упадок. Надолго ли это может быть в нашем обществе? Да, Аркадий, это очень важный вопрос и, может быть, даже один из ключевых для понимания последующей политической динамики. И спасибо, что ты книгу мою упомянул. С удовольствием отмечу, что сейчас готовится переиздание. Я надеюсь, оно летом выйдет. По крайней мере, я подписал уже контракт с издательством.
И даже такое полугосударственное издательство считает, что эта тема очень важна, особенно к осени. И хотят, чтобы книга к осени подоспела. Ну, книга, извини, перебью, которую вот когда был в Новосибирске, ты мне подарил, я, по-моему, в одной из первых программ ее показывал. Она написана очень лаконично, очень убедительно, и можно считать ее учебником в некотором смысле, поэтому ждем второго выпуска учебника. Да, спасибо. Что касается твоих предположений, мне кажется, что они все в равной степени уместны. Ну, во-первых, политика циклична или цикличные массовые настроения. И за подъемом, который не реализовался, следует, как правило, спад. Это как в нашей человеческой жизни. Мы загораемся, у нас энтузиазм, мы заняты каким-то делом. Потом это дело застопорилось. Не то, что оно не удалось. Ну, как часто бывает с проектами, они начинают вязнуть в чем-то. И мы, значит, ну, большинство людей теряет энтузиазм, теряет веру, разочаровывается. И вот, Аркадий, посмотри, был совершенно очевидный подъем в конце января. Мы это наблюдали 23-го, 31 января. И, в общем, ты пострадал тогда в результате этого подъема. И Тимур. Потом начало февраля. Теперь мы наблюдаем спад. А спад вызван в том числе, естественно, и довольно эффективной репрессивной политикой властей. Да, она чудовищная и грубая, но с точки зрения интересов властей она репрессивная. Я могу провести аналогию с более масштабным спадом, точнее подъемом и последующим спадом, это Беларусь. Вот, если в Москве, в России в целом мы видели на рубеже января-февраля все-таки протесты, в Беларуси мы видели без малого революцию. Это была настоящая революция, которая длилась несколько месяцев. Значит, она не смогла найти там в конце правильной линии поведения, а против нее были развернуты массовые и довольно, к сожалению, эффективные репрессии, и сейчас мы наблюдаем то же самое спад. Люди испытывают разочарование. Это неизбежно. У большинства людей не хватает энергии на то, чтобы там, упрямо идти к политической цели, потому что у них есть другие дела, говоря без обиняков. Плюс они боятся потерять работу. Вот, пожалуйста, свежий пример, я думаю, тебе хорошо известен, скажем нашим читателям, что в Москве выгнали с работы в московском метрополитене уже до 200 человек, из числа тех до 200 уже есть уволенных. Ну, не менее 100, уже говорят, что приближается это число двум сотням, тех, которые вот, подписались участвовать в акциях Навального. Ну, я имею в виду, последние, да, на сайте зарегистрировались. Люди боятся. Да, люди боятся. Естественно, этот страх, он вызывает то настроение, которое в начале 20 века назвали бы упадническим. Я, кстати, напомню, Аркадий, вот мы с тобой учили все время историю КПСС, и там был такой раздел «Реакция и упадок после поражения Первой русской революции». Помнишь? Вот начиная... Да нет, конечно, я вообще не ходил на эти лекции истории КПСС, я вообще спал. Да, но я думаю, что эту формулировку, ну ты же сдавал экзамен, ты не мог его... Я думаю, что эту формулировку ты запомнил. Так что это вполне естественно, но это именно сезонно. И вот сейчас мы наблюдаем очень интересную и противоречивую тенденцию. С одной стороны, есть очевидное снижение авторитета власти. Оно совершенно очевидно. И это показывает социология. Это не относится всегда к авторитету Путина, хотя здесь можно обсуждать качество этой социологии, сколько людей, какая доля отказывается вообще отвечать на вопросы. Но это есть. И, казалось бы, это открывает неплохую возможность конвертировать недовольство властью в политические протесты в сентябре на выборах. Но что этому мешает? Вот то самое упадническое настроение, которое мы сейчас с тобой обсуждаем. Это очень важно. То есть сейчас задача оппозиции не только и не столько сформулировать стратегию, хотя само по себе это важно, сколько попытаться у людей пробудить чувство оптимизма, хотя бы умеренного и осторожного оптимизма. То есть начать им объяснять, что далеко не все потеряно, что впереди самые важные сражения, а парламентские выборы – это очень важное сражение, действительно. То есть попытаться их каким-то образом морально, хотя бы психологически, еще приободрить и потом уже политически мобилизовать. Потому что власть будет на этом играть как раз, на упадническом настроении. Это очень важно понимать. То есть задача сейчас у оппозиции не только политическая, но и морально-психологическая.
И вот то, что сейчас мы с тобой делаем, обсуждаем в частности, мне кажется, я надеюсь, для наших слушателей, зрителей, оно немножко проясняет ситуацию. То есть не надо бояться этого состояния, когда мы разочаровываемся. Оно вполне естественно. Но надо понимать, что это временное состояние. Надо понимать, что ситуация не столь плоха, что власть теряет свой авторитет гораздо быстрее, возможно, или не менее быстро, чем прогрессивная часть общества, свои надежды. И что у нас есть возможность для конкуренции. Она существует. Да, она очень ограничена. Это правда. Но надо использовать любой, даже малейший шанс. Любой. Если мы этот шанс не используем, то, сидя на диване и обмениваясь только лайками и посланиями друг другу, то, находясь в этих эхокамерах в социальных сетях, мы на ситуацию никак не сможем повлиять. Ты же прекрасно это понимаешь. И опыт 90-91 года тому доказательством и порукой. Аркадий? Да, я бы дополнил от себя. Мне кажется, повлияла еще определенная растерянность, связанная с неопределенностью в отношении Навального. Надолго ли, как он будет сидеть, что с ним, выживет ли. Он был на грани, значит, смерти фактически. Сейчас со временем как-то это все более-менее определенно. Не все здорово, но по крайней мере ясно, какие сигналы он может посылать, как и что. Во-вторых, серьезно, конечно, помогла бы консолидированная позиция, если она к сентябрю будет выработана, будет понимание, что можно с этими выборами в кавычках делать, участвовать, не участвовать, во-первых. Да, если участвовать, то договариваться и смотреть, опять же, на власть. Вот у нас второй пункт, к которому мы сейчас перейдем, значит, возможные досрочные выборы президента. И сквозь призму этого, конечно, и то же самое участие в выборах в Госдуму. И когда Валерий Дмитриевич Соловей, я к зрителям обращаюсь, я так подозреваю, не знаю, что он сейчас ответит, когда он объявил о возможном участии в выборах в Государственную Думу, это с прицелом определенным и на дальнейшие политические шаги, которые он, как и всякий серьезный политик, там тот же Ройзман, там, хотя у Ройзмана было заявление по поводу Думы обратного свойства. Поэтому, Валерий, я предлагаю перейти вот как раз ко второму пункту – президентские выборы. Известно, что ты видишь их уже вот ближе, чем другие. Наверное, это вполне вероятно. И давай, пожалуйста, пообсуждаем, значит, кто может участвовать в них из оппозиции, может ли, подпустят ли кого-то, какова будет вообще атмосфера и когда это может быть. Ну и, наверное, про возможное влияние внешних сил, потому что выборы президента России – это всегда серьезно. Пожалуйста. Да, Аркадий, это действительно очень важный вопрос, и отнюдь не только теоретический. Здесь надо просто вкратце прояснить его предысторию или подоплеку. Возможность досрочных президентских выборов обсуждается Кремлем с осени прошлого года, с осени 2020 года. Это связано с тем, что там знают, уверены, что президент не сможет выполнять свои обязанности в полном объеме до окончания своего формального срока, до 2024 года, и что ему придется отказаться от выполнения своих обязанностей раньше, гораздо раньше. Соответственно, Сергей Кириенко предложил президенту провести досрочные выборы. Весной. Это факт, то есть, что это было факт. Такое предложение. Да, такое предложение было. Наряду прочих вариантов, но оно было. То есть было несколько вариантов. Значит, что президент выбирает себе преемника, что весной этого года, ну, то есть уже проходящей весной, заканчивающейся, должны были состояться президентские выборы, Кириенко апеллировал к двум обстоятельствам. Значит, первое, что он успешно провел плебисцит по Конституции, сказал, что так же мы. И второе, он говорил, что, на мой взгляд, небезосновательно, что к осени ситуация ухудшится. И проводить досрочные выборы или вообще любые президентские выборы после будет рискованно. Но понятно, что само по себе это предложение, но в любом случае влечет риски. И когда Путин и в Кремле понаблюдали за тем, что происходило в Беларуси после президентских выборов, они поняли и увидели, кстати, какая динамика была вызвана призывами в защиту Навального, что вообще российская ситуация может оказаться еще опаснее белорусской.
То есть у них возникли серьезные сомнения в том, что политически это уж такое безукоризненное решение. Это первое. Валера, минуту, извини, пожалуйста, да. Маленькое уточнение по ходу. Отличие от Беларуси в том, что там были выборы человека, который уже просидел 20 с лишним лет, все тот же Лукашенко, ненавистный. Здесь же, насколько я понимаю, Кириенко предлагал не Путину выдвигаться. Нет, конечно. А, конечно, новому, как в свое время Путин, там из пробирки вытащенный человек, где все просчитано, и спарринг-партнеры и так далее. Тем не менее, все равно опасения. Риски нет. А они же питают, это нормально для политиков питаться опытом. Тем более опытом сопредельной страны, тем более Беларуси, где ситуация была зацементирована, ну, посильнее, покрепче, чем в Российской Федерации. Ты же знаешь об этом. И тем не менее, там началась революция. А представим ситуацию, когда объявляются досрочные президентские выборы, и в них не участвует Путин. Ну, как это будет воспринято обществом? На самом деле, его активной частью это будет воспринято как окно возможности. Вообще, это было первое опасение. Второе опасение, оно высказывалось, точнее, его носителями была семья Путина и ряд его близких друзей. Это, в частности, Ковальчук, и даже, может быть, в первую очередь Ковальчук, но и некоторые другие. Они ему предложили следующее, что не надо нам никаких досрочных президентских выборов, что оставайся ты сколько можешь вообще условно сидеть, а когда ты станешь недееспособен, то тебя заместит Мишустин, а мы будем говорить, что у тебя крепкое рукопожатие. Ну, помнишь, как в 97-98 годах с Борисом Николаевичем Ельциным. То есть ты вроде как формально будешь, а фактически тебя не будет. Ну, то есть он не оставляет кресло, он такой вот виртуальный президент. Путину эта идея понравилась несколько больше, чем идея досрочных президентских выборов и назначения преемника. Потому что у него, в общем, здравое опасение. Как у кого бы он преемника не назначил, как бы ни оказалось очень скоро, что все от него отвернутся. Ну, это же Россия, мы знаем, да. Что лояльность сразу начинает переходить на сторону нового кандидата, нового будущего президента. Но тут произошло следующее. Поскольку ухудшение его здоровья, в общем, происходит, и в ближайшем, именно в самом близком кругу, это очень хорошо знают, то очень близкий к Владимиру Владимировичу человек Аркадий Ротенберг засуетился, крайне засуетился. И, кстати, не только он. Вот та информация о сепаратных переговорах, которые провел Ротенберг в одном сопредельном с Россией государстве, она абсолютно правдива, но она даже не полна. Еще такой же деятельностью занимается еще один человек из окружения Путина. То есть когда люди, очень близкие к нему, входящие в круг к его конфидентам, начинают обсуждать возможность изменения курса России и смены президента, ну, называлась и в первом, и во втором случаях фамилия Мишустина. Называлась фамилия Мишустина. Значит, переговоры были проведены с представителями ключевых западных стран. И также, по-моему, один тур переговоров с Турцией был проведен. Ну, это было связано там с другими обстоятельствами, может быть, не столько с политическими, сколько, скорее, с экономическими. Ну, так или иначе, вот такие консультации состоялись, сами они по себе очень показательны. Они состоялись буквально только что, ну, то есть там в двухнедельной давности. Это вызвало, я бы сказал, такую довольно нервическую реакцию в высшем эшелоне российской элиты. Почему? Очень понятно. И не только в высшем, но и в там, условно средне-высоком. Потому что как, если так, такого сорта консультации происходит, значит, что-то неладно. Значит, так или иначе обсуждается этот самый транзит, причем ускоренный транзит. Так, Валера, секунду. Ну, мы уже, наверное, вот будем второй и третий пункты сразу в комплексе обсуждать, давай, потому что они взаимосвязаны. Я только задам вопрос. Значит, круг людей, посвященных в эти переговоры, ну, это, во-первых, санкционировано ли Путиным? И на каком уровне, там вот Политбюро или что, и как это просочилось? Ага. Значит, насчет санкционировано ли Путиным. Вот это вот, Аркадий, самый интересный вопрос. Я знаю, что в одном случае санкционировано, а вот санкционировано это случай или с Аркадием Ротенбергом, доподлинно неизвестно. Предположительно, да, но не факт. И отсюда, если это не факт, то отсюда, значит, особая нервозность. Откуда это просочилось?
Ну, у Аркадия очень много недоброжелателей, это первое. Это понятно. Они хоть и входят все в ближний круг Путина, но относятся друг к другу как к паукам банки. Второе, это очень важно. Еще год назад Аркадий Ротенберг изъявил сильное желание покинуть ближний круг президента. Он сказал, что он хочет отойти от дел. Ну, условно эвакуироваться, я бы так сказал. Да, спасти свой бизнес, и, да, ну, как да. Фридман примерно откуда-то там. Как да, и это вызвало, опять же, и недовольство, и подозрение. То есть, значит, он, ну, не, я не знаю, там под колпаком, под подозрением. Третье, когда проходят такие контакты, естественно, это не может не интересовать там как раз президента, ФСБ, службу внешней разведки, их довольно трудно скрыть. Я объясню сейчас. Дело в том, что переговоры в том числе были с представителем Ходорковского. В том числе. Вот это очень интересно. Это вот к третьему вопросу о месте роли оппозиции. Это не означает, что там Ходорковский или его представители принимают какую-то капитуляцию. Речь шла лишь не более о консультации. Но, как гласит замечательная немецкая поговорка, то, что знают двое, будет знать и свинья. То есть скрыть это оказалось невозможным. Невозможным. Потому что участвовали там англичане, участвовали американцы, я не знаю точно, участвовали ли немцы. Другое дело, мы даже знаем, какие запросные позиции выразил Ротенберг. Это очень интересно. Известно. Какие запросы? Да, известно. Это известно. Это уже, значит, просочилось. Речь шла о резком изменении. Санкции, наверное, прежде всего, да? Да, но под какие условия? Резкое изменение курса России в либерально-демократическом направлении. Резкий разворот. Резкий разворот. Мишустин президент на два срока. Отказ от всех внешнеполитических притязаний за исключением Крыма. Умеренная чистка силовиков. Это вообще революционно звучит. Даже там вот с умеренным кадровым обновлением силового корпуса. И, Аркадий, как ты понимаешь, это для них все равно, что нож в спину, если не выразить сильнее, или как там, серпом по гениталиям. И что еще? Да, и западные инвестиции в Россию под гарантией государства, 100% гарантией государства. То есть на самом деле это означало бы по меркам России фактически революцию. Помнишь, мы с тобой обсуждали несколько раз, что существует возможность, что после смены Путина начнется оттепель и разрядка. Ну, как вариант, да. Как вариант обсуждался. Как вариант. Вот это даже более радикальный вариант, чем оттепель и разрядка. Естественно, у этого курса, гипотетического исключительно, масса противников, особенно среди силовиков. У них совсем другие планы. И я думаю, что сейчас догадываемся, точнее, не думаем, мы догадываемся, что вот эта вот внутриэлитная борьба обострится. То есть впервые тот раскол элит, о котором мы говорили как о гипотезе, сейчас начинает приобретать некоторые уже конкретные воплощения. Здесь очень важно понимать, что раскол элит – это тогда, когда различные группы предлагают различные варианты будущего. Не просто кандидат, а именно варианты. А здесь речь идет не о том, что мы за Мишустина, а вы за Собянина или вы за Дмитрия Патрушева, а что это различные варианты будущего. И вот это как раз составляет такую идеологическую и культурную основу для раскола элит. Но пока что это лишь зачатки процесса. Мы не знаем, как он будет развиваться. Поскольку он стал достоянием публики уже, даже достоянием публики, то, наверное, его попытаются купировать. Но сам по себе он выдает то напряжение, которое сейчас в правящей группировке. И подчеркну, очень важно, что, по крайней мере, одна линия таких переговоров, она проводилась с ведома Путина. Насчет второй я просто не знаю. Здесь мы можем только гипотетизировать. Я имею в виду ту, которая представлена фигурой Ротенберга. И вот довольно важно, что представитель Ходорковского, как мне сказали, в этих консультациях принимал участие. Но они не одновременно проходили, последовательно. Ну, то что есть, значит, касается Ходорковского, сразу, извини, да. На ум приходит это Пичугин. Это ему могли предложить. Вопрос очень больной для Ходорковского, что будет в этом, значит, пакете
предложенного помилования, ну и вообще и политзаключенных, и в том числе людей. Ну которые... да, я думаю, что либеральный курс он предполагает, конечно, массовую амнистию. Может быть, даже по ЮКОСу какие-то компенсации, вплоть до этого даже, но... Я думаю, это тоже, это естественно. Да. Раз есть решение Европейского суда, то тут много чего может быть. Сразу всплывают фамилии, значит, Сеслибов типа Грефа, типа, значит, Кудрина и Чубайс, опять же, тоже там на официально-переговорной позиции там на эту мельницу тоже там покапает. Поэтому это, конечно, любопытный, хотя более, кажется, сказочный вариант. Тем не менее, конечно, будем его не держать в уме. Вот. И обсуждая вот предстоящие, возможные досрочные президентские выборы, скажи тогда вот в этом раскладе, что там появляется у Соловья, у Розмана и у прочих известных людей на горизонте? Какие формы участия в этой кампании, если это будет вот на таком фоне? Да, я понимаю. Ну вот давай, там сказать, предположим, что этот гипотетический вариант, а это действительно гипотетический вариант, начинает реализовываться, что Мишустин становится преемником. Ну, это по Конституции премьер-министр выполняет обязанности президента. Естественно, те, кто за ним стоит широкая коалиция элиты, это правда. Она попытается организовать его беспрепятственное избрание, но вместе с тем ей надо придать легитимность процессу. Это тоже понятно. Значит, ей надо, чтобы в этом процессе выборов участвовала какая-то оппозиция. Какая? В том числе та, которую сейчас называют несистемной, в том числе та, главный представитель и лидер, который сейчас находится в заключении. Я не думаю, что Алексея Навального под такие выборы освободят. Мне это кажется все-таки крайне маловероятно, поскольку он мог бы как раз стать серьезным оппонентом. И, наверное, в этом случае со стороны власти было бы выгодно, чтобы со стороны этой позиции вышло несколько кандидатов, которые будут растаскивать электорат друг друга, ты понимаешь. То есть есть просто исторический опыт, в том числе 91 года, выборы Ельцина. Польша, он тогда оказался единственным кандидатом, консолидирующим. И он одержал неожиданную даже для себя и, в общем, сокрушительную, убедительную победу. Там и фактор Рудского был это, существенный. Наверное, были последние честные выборы. Вице-президент да, Рудской, согласен. Который я думаю, что мы с тобой согласимся. Да, это были последние честные выборы в Российской Федерации в 91 год. И вот Борис Ельцин их выиграл. Все остальные уже отличались той или иной степенью, я бы сказал, административного давления, манипулируемости и тому подобные вещи. Хотя в целом, конечно, первая половина 90-х выгодно отличалась от того, что мы наблюдаем сейчас в любом случае. Вот. Если же оппозиции удастся договориться, и даже, скажем, в отсутствие Навального, лучше, если бы это был Навальный, ну, допустим, он там, в силу тех или иных причин он не может. Она, может, если она договорится о выдвижении единого кандидата и дублера, должно быть два человека. Да, кандидат и дублер. Я думаю, что ситуация при хорошей мобилизации может оказаться достаточно непредвиденной. Вот. Мне кажется, что общество хотело бы альтернативы, что оно, естественно, хотело бы смены власти. Удастся ли представить Мишустина как воплощение этих надежд и перемен, трудно сказать. Часть моих собеседников считает, что нет. Они считают, что Мишустин окажется транзитной фигурой на самом деле, когда его выдвинут, и что он продержится недолго. И что, возможно, и там он окажется в таком положении, когда президент де-факто недееспособен, но при этом остается формально президентом. Мишустин выполняет его обязанности, но все это затянется ненадолго, ну как, по историческим меркам, на полгода, на год. И Россия вот в этот момент будет втягиваться в тяжелый, очень острый политический кризис и масштабный политический кризис. Поэтому в любом случае, я думаю, оппозиции надо готовиться к кризису, вот в любом случае. Будет ли этот кризис решаться через выборы, либо он будет решаться без выборов. А то, что мы сейчас наблюдаем, вот то, что делает власть, вот это вот преследование оппозиции, преследование всех потенциально активных групп общества, это на самом деле не подготовка, очень важно понять, это не подготовка к парламентским выборам, это гораздо больше, это подготовка именно к транзиту.
неважно, кто будет со стороны власти фигурой этого транзита. Она хочет себя обезопасить именно на этот случай. Парламентские выборы они могли бы провести ценой меньших усилий и не прибегая к такой чрезмерности репрессий. Репрессии вызваны только тем, что ставка выше. И план этот по репрессиям, он был намечен еще в прошлом году. Там в конце прошлого года, известно, было принято решение об этом плане. Но не потому, что они боятся проиграть парламентские выборы. У них есть некоторые, кстати, опасения сейчас, особенно в Москве. Я не знаю, как в Питере, в Москве точно связанные с умным голосованием. Есть эти опасения. Но в целом парламентские выборы, они даже сейчас выиграют. Даже, я бы сказал, относительно, по меркам России, относительно честно. Значит, ставка больше, чем просто выигрыш на парламентских выборах. Парламентские выборы – это лишь шаг к транзиту. Они такие рассматривались в общем плане, в общей концепции Кремля. Аркадий? Да, парламентские выборы, в кавычках, я всегда подчеркиваю, это будет... Да-да, я согласен. Тренировка, это будет такая проба пера всех сторон. Но я обращу внимание на то, что вот мы обсуждаем все-таки два варианта, да, развития ситуации. И они, эти варианты, может быть, уже прояснятся после встречи Путина с Байденом, вероятной встречи. Допустим, она состоится. И как это не тот момент, где вот эти же какие-то вещи, которые проговаривал Ротенберг и кто-то там еще, уже у Путина в непосредственной встрече с президентом Америки тоже будут подчеркнуты. И, может быть, тогда будет принято решение на либо вот эту вот сказочную либерализацию, на эту оттепель, в какой степени она там будет, не знаю, либо этого не произойдет, и тогда будет все по жесткому варианту, и тогда выборы в Думу осенью, это будет с полным недопуском кого-либо по тому развитию ситуации, что мы до сих пор пока имели. Вот пока отсекают всех, принимают специальные законы, значит, сидит Навальный в тюрьме. И в определенной ситуации я не исключаю, что и Навальный, и все остальные скажут, в этом нельзя участвовать, а кого мы будем там уборщиц, что ли, поддерживать, выдвигать там, понимаете? Вот. А Явлинский на раскол там со своей партией может пойти. Поэтому вот все-таки два варианта, да, один такой, когда все жестко и нужно будет принимать решение вот в этом поле, да, какое-то, вырабатывать общее решение, попытаться. Либо действительно более или менее все свободно, и тогда мы, Валерий Дмитриевич, вас будем в Государственную Думу выдвигать в Костроме, да? Вот я правильно понимаю? Аркадий, ты хотел сказать... Это все-таки, давай я сделаю, это очень важно уточнить. Ну, во-первых, я разделяю твой пессимизм, я сразу скажу. Я думаю, что парламентские выборы будут проходить именно по тому жесткому сценарию. Он уже очевиден. Всех попытаются отсечь на старте. Всех. Значит, тем или иным способом. Способов этих существует множество. Да уже, собственно говоря, не затрудняется особо в их изощренности. Значит, склепают какое-нибудь дело, еще что-нибудь придумают. Переведут тебе на счет $5 и скажут, вот иностранный агент. Да? Это не лишает тебе возможности избираться, но это создает тебе серьезные очень затруднения. Поэтому с парламентскими выборами все уже однозначно. Власть выбрала модель. Другое дело, что будет потом. А вот что будет потом, зависит от того, как они пройдут. Пройдут причем не только с формальной точки зрения, какие будут результаты, вот. Но и скорее с последствиями. Вот как общество будет реагировать? Будет ли оно реагировать так, как в декабре 2011 года или как-то иначе? Сможет ли оппозиция пробудить, вот, поднять тот морально-психологический настрой, о котором мы говорили в начале нашей передачи, или это не удастся? Вот от этого будет зависеть очень многое. То есть это как в карате, если ты хочешь разбить доску, как учат, ты должен не на доске концентрировать свое внимание, а удар наносить в то пространство, которое за доской. Просто доска для тебя препятствие, а цель-то твоя находится за ней. Вот так и здесь. Участие в выборах – это не самоцель. Это важный инструмент, но это ни в коем случае не самоцель.
Ну, правда, я скажу, что, может быть, мы себя немножко, или я там себя немножко утешаю, да, потому что ничего другого, ну, хороших вариантов у нас просто почти нет. Или, наверное, не почти, а вообще, от слова вообще нет. Вот приходится играть по тем правилам, которые нам навязывает власть, а это правило для нас категорически невыгодно. Категорически невыгодно. Но я все-таки противник бойкота, я об этом постоянно говорю, потому что бойкот в России пока что не приносил никаких результатов. Призывы были, но нужна колоссальная организация, которую мы, видимо, не в силах осуществить. И, в общем, мировая практика бойкотов показывает, что вот, все не очень удачно идет в любом случае. Да, но и участие в так называемых выборах тоже пока нам особых результатов не приносит. И каждые последующие выборы, в кавычках, они все менее-менее похожи на выборы настоящие. Тем не менее, как показал сегодня Тимура, люди хотят видеть оппозицию. Опрос проводился вот подряд всех людей без отбора. И большинство, по крайней мере, вот в центре Новосибирска высказывается за то, что оппозиция обязательно должна быть, она должна как-то организоваться, как-то приспособиться вот к этим всем вариантам развития ситуации, которые мы обсуждаем, от самого благоприятного до, может быть, более реального, но нам неприятного. И поэтому все и рядовые люди, и противники Путина, и, значит, активисты, они, конечно, мечтают о консолидации, прежде всего, оппозиции. Вот это то, над чем нужно, наверное, работать. А там, как уж решить, все-таки тут не глупо. Согласен. Сидят люди, которые пишут книжки про революции там, и так далее. Вот. А, значит, все-таки вот ты за участие всегда, значит, что касается выборов президента. Ну, представим, да, что они будут там в начале следующего года, допустим, да, вот покажет что-то там в сентябре или как-то. А можешь ли назвать какие-то фамилии, да, вот если говорить про реальную оппозицию, тех людей, кто в отсутствии Навального мог бы, там, несколько человек, как-то начать договариваться между собой эти силы? Это раз. И второе, то, что я обозначал влияние международных внешних сил вот на, в целом на этот процесс. Может быть, через вот эти переговоры, которые там тайно проводятся, ну, как один из пунктов, что раз вы там вступили на путь либерализации, хотите, значит, согласовать Мишустина, как послов, кстати, согласовывают, дают агреман на посла, да? Так и здесь некоторым образом, я помню, Ельцина также там показывали, это все-таки, так сказать, партнеры, ядерные державы и вот эти вот круги. Поэтому я очень верю даже в то, что Ротенберг там или кто-то еще, они начинают это прощупывать сейчас. Вот, поэтому вот, пожалуйста, персоналии тогда и влияние внешних сил в президентской уже кампании. Да, понятно. Ну, мне кажется, что персональный выбор или там скамейка, она довольно короткая в России, если мы говорим об оппозиции, если мы говорим не о левой оппозиции в том числе, потому что среди левой есть там Грудинин, Платошкин и тот, кого мы... Но они сами по себе партия. Будут выдвигаться, сами по себе, да? Уже точно. Да, я думаю, что они сами по себе будут выдвигаться, поэтому я их исключаю. А среди условно-либерально-демократической там, ну, или не левой, правой оппозиции, ну, тот же Ройзман, да, Дмитрий Гудков, видимо, я, кто-то еще. Я думаю, Юлия Навальная. Которая... Юлия Навальная, да, кстати, Юлия Навальная. Это, я считаю, спасибо, что ты сказал, это очень хороший кандидат. Возможно, еще несколько человек. Ну, в общем, я думаю, не больше 10 человек, из которых придется делать выбор. Причем, то есть праймерис, возможны праймерис здесь, вот как ты считаешь? Я бы предпочел, я объясню, значит, там, где праймерис, да, там всегда появляется возможность, ну, честно говоря, каких-то злоупотреблений, фальсификаций, накруток, манипуляций и тому подобных вещей. Мне кажется, что было бы разумным, если бы это был какой-то условно-организационный форум, на котором было бы принято решение о выдвижении основного кандидата и его дублера, и некий пакт. Я думаю, что это было бы гораздо успешнее, потому что тратить время еще на проведение праймерис, где проигравшие всегда будут недовольны, ты прекрасно понимаешь, где, ну, действительно существует возможность фальсификации.
даже не намеренных, я бы сказал, технического вмешательства. Вот так я это назову. А она не очень продуктивна. Теперь, что касается внешнего вмешательства, а я с тобой согласен, Аркадий. Если будет достигнуто предварительное соглашение одной из группировок, фракции правящей элиты с Западом, да, то он будет помогать. Он не будет, естественно, напрямую там вмешиваться в избирательный процесс, он и не сможет, но он может ослабить позиции тех фракций, которые противостоят этой группе. Он может это сделать. Он может послать совершенно очевидные сигналы. Будет ли он помогать российской позиции? Ну, это зависит от того, до какой степени либерализации мы дойдем ко времени там, досрочных президентских выборов. Я не уверен, что вот все эти законы, которые сейчас приняты, там, об иностранных агентах и тому подобное, они будут отменены. Ну, правда, в России они могут де-факто не применяться. Мы это очень хорошо знаем. То, что есть закон, а есть правоприменительная практика. Так что посмотрим. Ну, да, я думаю, что Запад постарается в этом случае участвовать в политическом процессе, или, точнее, повлиять на политический процесс. Скорее опосредованно, чем напрямую. То есть там он подаст сигналы, какой группе элиты он симпатизирует, каким кандидатам он симпатизирует. Но если он подает сигналы, тогда у российских олигархов появляется стимул вкладывать, инвестировать, делать политические инвестиции именно в этого кандидата или поддерживать именно эту группу. Вот такова может быть роль Запада. И она в этом смысле будет очень значительной. А что касается праймерис, то я вот этот вопрос поднимал еще давно, до пандемии задолго, и до тех вот суровостей, которые в отношении оппозиции сейчас существуют, когда можно было мечтать о проведении Всероссийского конгресса, где были бы, чуть ли не в самой первой нашей кухне оппозиции, мы говорили, я вспоминал Демократическую Россию, когда есть сонма авторитетов, таких людей, как Зимин, Ковалев, там, которые своим авторитетом, значит, поддерживают вот эту идею, когда есть совершенно безукоризненные с репутацией безукоризненные люди, которые подсчитывают голоса и выдвигают в регионах делегатов на этот общий конгресс, и тогда, там, если кто-то не согласится, он будет абсолютно маргинальной фигурой, когда вот все вот так вот договорились, потому что народ жаждет этой консолидации, он хочет этого, да, вот чтобы это был такой вот явный легитимный процесс. Это не один там Навальный, Волков, там вот прекрасный изобретатель демократии 2.0 и всего прочего. Нет, это все. И тогда яблоко никуда бы не делось бы тоже, как бы, ну, по крайней мере, здоровая часть яблока в этом поучаствовала. Насколько это возможно в интернете, не знаю. Но мне кажется, что именно вот это востребовано нашей частью вот этой оппозиции. А выборы президента, я напомню зрителям, в отличие от выборов в Госдуму, в два тура. И здесь возникает ситуация, если в первом туре, допустим, проигрывает какой-нибудь условный наш, там, я не знаю, Ройзман, проигрывает тому же там Платошкину, да? Ну, я вот, да, примеру, да, и второй, да, тур, значит, там идет Платошкин против Мишустина или какого там выставленного кандидата, то вот тут вот уже вопрос интересный возникает. То есть это двутуровые. Согласен. Согласен? Согласен. Да? Абсолютно согласен. Но другое дело, что об этом вот придется говорить на берегу, то есть предварительно, да, еще на этом условном конгрессе. И надо тогда сформировать список минимальных условий, которые будут выдвинуты для поддержки вот этого кандидата. То есть они должны заранее оговариваться, что там мы готовы призвать к поддержке такого кандидата, если он обещает нам выполнить такие-то условия. Это публичный контракт. Да, да, совершенно верно. То есть поддержка ни в коем случае здесь не может быть безусловной, она может быть только обусловленной рядом принципов или рядом требований, которые вот будут выдвинуты по отношению к этому кандидату оппозиционному. Да, это надо все делать на берегу еще, садиться, договариваться. Но я боюсь, что это надо будет делать очень быстро, Аркадий. Потому что преимущество власти всегда – это темп. А пока оппозиция почешет в голове, пока она соберется, организуется,
уже проходит условно половина срока отпущенного на ведение кампании, ты же знаешь. Да, да. Ну, Валерий Дмитриевич, дорогие друзья, у нас у него всегда есть инсайдерская информация, и он как раз постоянно говорит о том, что там все процессы происходят быстрее, чем мы это видим вот так вот сверху, да. Что ж, мы будем следить, будем смотреть за этой ситуацией. И вот я уже завершаю наш этот такой оптимистичный в целом сегодня выпуск, 13-й выпуск нашей «Кухни оппозиции». Отмечу, что нас порадовал и опрос, и, в общем, вот эта вот информация Валерия о том, что все-таки какие-то определенные шансы есть на то, что будет то, теперь мы будем к ней стремиться. Валерий, в завершение что-то, прощаясь, там еще любопытного расскажешь или пожелания, и будем заканчивать нашу передачу. Да я думаю, что мы пожелаем всем нашим зрителям и слушателям не терять оптимизма. Я подчеркну, оптимизм должен быть реалистическим и трезвым, но ни в коем случае его нельзя терять. И я хочу, чтобы все наши зрители и слушатели поняли, что ситуация далеко не такая скверная, как она нам сейчас представляется. И что мы боимся, это правда, но власть боится не меньше, если не больше. Потому что ей, в отличие от нас, очень часто есть что терять. Точнее, ей терять гораздо больше, чем нам. Я бы так это сформулировал. Мы просто не можем до сих пор осознать и прочувствовать свою силу. А мы очень сильны. И любое объединение сразу же это покажет. Поэтому, пожалуйста, я очень прошу, не теряйте хотя бы минимального чувства оптимизма и минимальной надежды. Оптимизм – это политическая стратегия, это не психологический модус. Это именно стратегия. Имейте, пожалуйста, это в виду, дорогие друзья. Да, я присоединяюсь к этим словам. Мы, конечно же, победим, потому что правда на нашей стороне. Нас миллионы, мы, наверное, отличаемся во взглядах на политическое устройство, на оттенки те или иные будущей свободной России, но нынешняя власть нам омерзительна, и мы должны быть вместе. Дорогие друзья, с вами был Валерий Соловей и Аркадий Янковский. В 13-м выпуске «Кухня оппозиции» на канале Дискуссионного клуба. Также смотрите еженедельную аналитическую передачу «Радиус» с Владиславом Иноземцевым и Ильей Пономаревым. Сегодня вышел 4-й ее выпуск. И все наши другие передачи. Смотрите канал Валерия Дмитриевича, где также «Кухня оппозиции» чуть позже появится. Будьте с нами всегда. До новых побед. До свидания. До свидания.